Каждое третье воскресенье октября в России отмечается День Отца. В рамках праздника депутат окружного совета от фракции «Единая Россия» Михаил Солнцев встретился с председателем ветеранской организации правоохранительных органов. Недавно Александр Тарасов прибыл из зоны проведения спецоперации. Члены партии «Единая Россия» поздравили ветерана боевых действий с успешным завершением задачи и возвращением домой.